Готовится к второму финальному забегу. Эстафета 4 по 200 метров. По первой дорожке вторая команда города Якутска и по второй дорожке команда Вилийского Улуса. Команда Сумхо 2, Петров Павел, Семенов Сарглан, Слепцов Виталий, Жарков Арсен. Команда Вилийского. Веревкин Алексей, Федоров Дерустан, Чагуев Дмитрий, Нифонов Валерий. Лидирует команда СУ. Вторая команда Северо-Восточного федерального университета выигрывает победу.